3 минуты на выступление. За это время кандидат должен представить свою программу на дебатах. Увеличение продолжительности жизни, создание комфортной городской среды, единство и патриотизм общества – вот три основных темы. На 4-м избирательном округе обсудили увеличение продолжительности и уровня жизни населения. Тема более чем актуальная. В майских указах президент Владимир Путин одной из приоритетных задач назвал как раз повышение продолжительности жизни граждан нашей страны. Конечно, для реализации этого проекта потребуется целый комплекс мер, среди которых доступная медицина, пропаганда здорового образа жизни и, конечно, борьба с бедностью. Много факторов, на самом деле, объединяют в себе эту продолжительность жизни 80+, и все их нужно учитывать. То есть хорошая экология, хорошее питание, хороший даже позитивный настрой к жизни – это все влияет, это все очень важно. По статистике, по Рязанскому региону у нас средний уровень жизни 72,3 года. Вот. Ну, как наш президент отметил, что мы будем стремиться к повышению среднего уровня жизни до 80 и выше лет. Что для этого надо? Ну, для этого надо, разумеется, повышать качество жизни, то есть давать возможность людям заниматься физической культуры. Предварительное голосование проходит в 20 городских округах. При этом партия «Единая Россия» дает возможность жителям города пообщаться с каждым кандидатом и задать интересующие вопросы. Само голосование пройдет 3 июня. В Рязани будут открыты 47 избирательных участков. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».